Всем привет, ребятушки, с вами снова, естественно, Алекс Вулфинг и новый мобильный обзорчик, да. Новый мобильный обзорчик, сегодня обзор на игру Henry Shank Evolution на Android, ну и, естественно, на iOS устройстве. Это игра про акулу. Да, про акулу, которая пожирает все, людей, рыбок, все пожирает, точнее, это акула. Эта игра вышла давно, да, она вышла, кстати, еще и на iOS давненько, на Android ее портировали чуть позже. Но, что мне хочется сказать относительно этой игрушки? Вот честно, да, честно, давайте я так скажу, я даже не знаю, о чем можно говорить. Мне игра, я не скажу, что она мне понравилась, вот так вот, свое впечатление выскажу. То есть я не скажу, что это плохая игра. Я не скажу, что эта игра скучная. Я не скажу, что эта игра блеклая, какая-то нудная. Я этого не могу сказать. Но когда играл в нее я, у меня оставались такие впечатления. Понимаете, не втягиваюсь я. Вот не тянет меня играть в это. Но многие мои знакомые просто рубали в эту игру. Я не знаю. Не вылезая, понимаете, целыми парами сидят, рубают, просто как красавцы. Надо ж учиться, а не играть в эту игру. И я понимаю, что значит эта игра кому-то нравится. Но и претензий у меня лично к этой игре нет никаких. То есть в игре нормально музыкальное сопровождение, в игре отличная графика, в игре отзывчивейшее управление. То есть управление вообще на ура просто идет. В игре конкретно так-то практически нет минусов. Тут даже донат не жуткий, то есть можно спокойно, ну конечно он жутенький такой, там уже самую крутую-то акулу, чтобы себе купить надо, блять, я не знаю сколько уебать бабла реального, чтобы ее быленько купить, а если проходить игру, то долго было, чтобы ее добиваться, но это не важно, потому что в целом игра играбельна, да, вот в нее садишься, играешь, и без, вообще без вливания хотя бы 10 рублей можно спокойно пройти эту игру, и получить громадное количество удовольствия. Но пройти ее в том плане, как мы проходим, допустим, наши любимые серьезные игры, нету. Здесь просто играешь и продолжаешь играть. То есть у тебя там акула крутая, ты продолжаешь и жрать все, поедать. И все. Вот так вот, да. Но я реально могу сказать, что игра мне понравилась. Игра хорошая, игра, по крайней мере, она интересна, в ней много смешных и веселых плюшек. Даже тоже этот скейт, который вы сейчас вот видели, можно спокойно на скейте проехаться, прогнаться, сожрать всех людей. Ну, согласитесь, что это весело, да, это круто. Вот такое вот у меня мнение. Ну, игра реально, игра просто расслабляющая. То есть она заставляет вас, расслабиться, реально. Расслабиться, она такая не напряжена, она такая спокойненькая. Но главное... Мне кажется, тут просто симпатичная графика, которая вот решает, многое решает. То есть ты играешь, видишь вот всю эту красоту, которая, кстати, еще к тому же и не лагает, и стабильно работает. И ты понимаешь, что, блин, да все отлично, все хорошо. Вот так вот оно и должно быть. То есть даже такие игры про какую-то сраную акулу должны выглядеть и играться вот так, как играется Henry Shank Evolution. Все просто, все четко, все понятно, играешь и получаешь удовольствие. Вот такое вот у меня мнение об этой игре. Что еще можно сказать? Даже не знаю. Henry Shank Evolution отличная игрулечка. Если вы еще не играли, качайте, играйте, и у вас точно все будет на ура. Потому что игра, реально хорошая. Игра реально хорошая. Да. Ну ладно, ребятки, все, что я могу сказать, удачи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментите, репостите, и, наверное, все-таки сегодня все. Пока, ребятушки.